Экс-директор детского центра ответит в суде за смерть ребенка. Следствие считает, что директор Республиканского детского оздоровительно-образовательного центра не обеспечил штат учреждения необходимым количеством врачей для бесперерывной работы. Это обернулось тем, что единственный медработник центра, медсестра, из-за недостаточной квалификации недооценила тяжесть состояния здоровья 10-летнего мальчика. Медсестра не оказала ребенку квалифицированной помощи и своевременно не вызвала скорую. В результате мальчик скончался. Уголовное дело против экс-директора центра направлено в суд. Дело в отношении медсестры уже рассматривается в суде.